больше, кому-то это может не нравиться. Музеи играют все больше и больше роль в нашей общественной жизни, и смысл музея становится все более и более понятными. И я очень надеюсь, что результаты вашего знакомства и работы в музее помогут тем, с кем вы общаетесь, чуть больше понимать значение музея для жизни, скажем так, всех слоев и всех возрастов населения. Потому что музей пытаемся объяснять, что музей — это не склад, да, что музей — это организм, который все вещи соединены вместе, и это совершенно особые вещи. Сами вещи для музея имеют совсем другой смысл. Чаще очень легко смысла не имеют, если они не рассказывают. На самом деле, если современными словами, музей — это не такой искусственный интеллект. Интеллект, в котором соединяется память, интеллектуальная память всех тех поколений людей, которые в нем работали, тех, кто в нем жили, кто его создавали. Память пространства, память вещей — вот это очень сложная вещь с памятью, которая живет в воздухе, и создает тот интеллект, который каждый музей.